Всем привет! Сегодня у нас на обзоре маленький скрипт совсем манюнька. Скрипты автоматических спарсенных новостей с сайта Apple. Значит, давно таких раберов не было. И вот наконец-то мы решили все же даже не только скрипт выложить, но и снять видео. В принципе, скрипт, ну, ничем сложным не отличается от предыдущих. Единственное, что у данного скрипта не требуется ни база данных, ни PHP 7. То есть PHP версия 5.3, но без поддержки баз данных. Что вы делаете? Если у вас работает сайт, то можете просто в корень своего сайта кинуть папку Apple. В корень. Да? И все. И у вас будет готова интеграция автоматических обновлений новостей компании Apple. То есть по внешнему виду вы можете подключить так же самое дизайн, да, шаблоны, то есть дивы настроить под конкретно под ваш сайт. Либо взять какой-то конкретный шаблон, да, если вдруг одностраничный сайт делаете, ну то есть конкретно компании Apple, да, вот этих вот новостей. То есть можно взять какой-то обычный шаблон и, естественно, подтащить под скрипт, как бы шаблон, либо шаблон под скрипт. И, как по мне, вообще прекрасно. Всегда в курсе всех новостей будете, будете понимать, что где происходит. То есть, в принципе, сейчас, на данный момент, насколько я понимаю, самое сейчас в тренде это автонаполняемые порталы. И если все сделать правильно, если правильно оформить, то будет обалденный сайт. Поэтому пробуйте, смотрите, тестируйте. Скоро будут новые видосы. Качайте, пробуйте. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.